Всем привет! Вы на канале «Наша дача», с вами Татьяна. Сегодня я хочу рассказать о розах в моем саду. Их у меня достаточно много. Сад наш молодой, ему третий сезон. Соответственно, розы разные у нас по возрасту. Каким-то уже третий год. Эта роза самая первая у нас появилась в саду. Она у нас, это черенок от родительской розы. Вот ей уже третий сезон, вот так она шикарно уже наросла, цветет вовсю. Довольно высокая уже, половина опоры, больше половины опоры она уже взяла. Красавица, сейчас пик цветения. У нас стоит очень страшная жара, 33 градуса сегодня, и розы отцветают с очень высокой скоростью. Вчера только был бутон, сегодня приходим вечером, он уже... Вид нетоварный имеет, на следующий день уже отцвел. Поэтому хочется запечатлеть всю эту красоту для того, чтобы смотреть уже эти видео зимой, вспоминать. Ну и для сравнения на следующий год. Розы растут не очень быстро, но все равно растут. Эта роза у нас однократно цветущая, по типу фламентанс, возможно, даже фламентанс. Как бы название мы не знаем. Маме давали тоже черенком. Но очень шикарная роза. У нас в саду этой розы 4. Это вот самая старшая. Вот эта роза тоже сестренка. Ей тоже третий сезон. Но в отличие от той розы, это была посажена уже осенью. Та весной, а это уже осенью. Но тоже хорошо разрослась. Довольно обильно цветет. И еще две розочки. Тут им не хватает влаги, под навесом они у нас. Ну, тоже цвели и в прошлом году, и в этом. Тоже молодые. Им тоже третий сезон будет осенью, 3 года. Но мы их уже пересаживали, и как бы не очень они наросли. Все эти розы корнесобственные. Мы будем стараться удобрять. Поливать, подсохли они. Сейчас жара такая. Очень хорошая роза. А эта роза выше всяких похвал. Эта роза попала к нам пересортом. Покупали мы в Пятерочке чайно-гибридную какую-то розу, уже не вспомню. Вот. И расцвела вот такая вот красавица. Необыкновенный пионовидный цветок огромной величины. Очень вкусно пахнет, сладкий аромат издает. В общем-то, бутонов в этом году много. Она у нас второй сезон. В прошлом году тоже цвела, но было всего 2 цветка. В этом году уже 2 мы сняли. Вот 3 полностью, можно сказать, раскрылись. И еще там 2 бутона. Очень красивые розы, шикарные. Я таких ранее не видела. Эта роза у нас куплена уже со знанием сорта. Покупали мы розу в коробке. Название ее Pink Intuition. Такая она пестренькая, бордовая, со светло-розовым. Чайно-гибридная роза. Нам очень понравилась, но попалась другая. Вот. А потом мы уже на рынке купили именно Pink Intuition. Действительно красивая роза. Тоже 2-й год у нас. Цветет в этом году уже обильно. Повторно, по-моему, цветущая она тоже. Очень красивая роза. В следующих видео, когда она уже раскроет свои бутоны, я ее отдельно сниму. А вот это розовое чудо попало к нам тоже пересортом. Судя по всему, это какой-то объемный кустовой вид. Может быть, спрей. Цветет почти все лето. Очень красивый цветок. Нежно-нежно розовый, усыпан цветами. Прелестная роза. Также сладко пахнет. Очень красивая роза. В сочетании с вот этой темной, можно сказать, красной. Очень красиво они смотрятся вместе. Очень довольны этой розой. Она даже лучше, чем мы купили какой-то сорт, который был нарисован на коробке. Очень довольна.
Здесь у нас чайно-гибридная роза. Как выяснилось, тоже пересорт. Но тоже очень красивая оранжевая роза. А только на бутонах. Будет цвести, обязательно сниму. Высокий куст. Перезимовала, кстати, тоже хорошо. А это малявочка. Это роза из магазина, супермаркета. Продают для дома в маленьких горшочках. В каждом горшочке по 4 череночка. Вот я набрала много разных цветов. Выжил у меня процентов, наверное, 30. Перезимовала. Вот она так вот шикарно цветет. Цветки уже крупные. Не такие, как в магазине. Куст уже обрастает. Он становится более высоким. Очень красивая роза. Вот это желтенькая. А здесь у меня тоже роза из супермаркета. Но она будет, скорее всего, какого-то кораллового цвета. Кстати, когда покупаем и высаживаем в грунт, цвет цветка иногда меняется. Покупаешь розовую, она потом становится оранжевой или коралловой. Тоже хорошо перезимовала, набрала уже бутоны. Я думаю, будет красиво цвести. Ну а эта красавица у нас принцесса Маргарет. Это роза Дэвида Остина, старинная. Но, к сожалению, из-за жары она очень быстро отцветает. Очень красивый цветок. Такой с персиково-оранжево, какой-то желтый, махровый. Очень много цветов. Она у нас второй год. Набрала очень много бутонов. И практически одновременно они зацвели. И уже отцветают. Такой запах у нее, цитрусовые нотки какие-то. Каким-то лимоном пахнет. Вот еще у нас целая кисть. Надеюсь, еще подцветет. Очень шикарная роза. Это роза Шраб, высокая. До 1,80 м. Вот мы опору для нее такую поставили. Жду, когда она ее займет. Ну, это через несколько лет, скорее всего. Но куст уже нарос. За год нарос. В прошлом году уже к осени мы купили. Шикарная роза. А вот еще одна розочка, спрей невысокая, такого персикового цвета, махровый красивый цветок, называется вувузела персиковая. Брали мы на рынке, сорт знаем, проверили, сходится. Очень красивая роза, такой цвет какой-то прям нежный, персиковый, такой красивый цветок. Очень красивая роза. Еще одна розочка. Куплены с предыдущей. Они у нас на одной клумбе желто-оранжевых оттенках. И тоже спрей. С такими букетиками. Цветет. Убирает бутоны, цветет. Тоже набрала много бутонов. Я думаю, будет продолжительно цвести. Очень красивые, но другого уже вида цветы. Такие завернутые лепестки. Тоже очень красивые. Название что-то я записывала, но тут не найду. Очень красивая роза. А вот эту красавицу зовут Arrow Folies. Это у нас спрейка. Очень обильно цветет. Покорила нас своей пестротой. Куплена она в прошлом году. Тогда уже цвела, в прошлом году цвела, в этом году набрала много бутонов. Вот листья желтеют, стресс у нее от жары. Сюда мы плохо дотягиваем шланг. Не всегда можем ее полить. Тоже красивая, обильно цветущая роза. А здесь у нас ее сестренка, Pink Flash. Тоже пестренький цветок, только там он бордовый с каким-то выбельным розовым, а здесь розовый со светло-розовым. Тоже такая же спрейка. Тоже набрала много бутонов и порадует нас своим цветением. А здесь у нас очередная розочка из супермаркета.
такого алого цвета. Тоже красотка, хорошо перезимовала. У меня их получилось две. Тоже вся на бутончиках. Красавица. А здесь у нас почвопокровная роза. Нежно-нежно розовый цвет, практически белый. Вот тоже прошлогодняя. Досталась нам черенком укорененным. И вот как наросла. С прошлого года она у нас в саду. Очень радует нас цветением. В прошлом году уже обильно цвела. А в этом так вообще. Вот они на пару очень красиво смотрятся. В дуэте. А это, считаю, самой красивой розой своего сада. Плетистая роза. Ей третий год. Название, к сожалению, не знаю, но очень похоже на плетистую розу Пьер де Рансар. Очень похоже. Очень красивый цветок, махровый. В середине розовый, размытый по краям. Внешние лепестки такие. Цвет слоновой кости. Очень вкусно пахнет. В прошлом году она тоже цвела и радовала своим цветением, а в этом году куст такой уже большой нарос. Очень хорошая роза, шикарная роза. А это еще одна плетистая роза. Они у нас обе в беседке. Надеюсь, скоро эта стена будет вся в розах. Покупка прошлого года. Без названия тоже купили. Название не знаем. Вообще думали, что она фиолетовая. Но оказалось очень такого насыщенного розового цвета, фуксиевого цвета. Махровая. Покупали, мы не знали, что она махровая. Как бы раскрылась только в этом году. Тоже красивая роза, довольно крупная. Практически не пахнет. Это не все мои розы. Какие-то плохо перезимовали. Еще никак не отойдут. Какие-то на бутонах. В следующих обзорах сада, я думаю, мы их увидим. А на этом видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!